Сегодня я хочу вам рассказать про то, чем отличаются дорогие велотуфли и их дешевые аналоги. Вы можете найти в интернете кучу объявлений с велотуфлями по 50 долларов, по смешным ценам и думать, что они ничем не отличаются от туфлей за 300 долларов. Но сегодня я покажу все-таки, чем же они отличаются. Возьмем самую примитивную модель за 50 долларов. Это Northwave Spike. Мы видим, что они сделаны из довольно-таки простых материалов, довольно-таки жесткие. Подошва у них пластиковая. И имеют они две вот таких вот велкро застежки, то есть липучки. Вот, в общем-то, и все. Дальше идут уже модели с тремя липучками, с нейлоновыми вставками на подошве и с такими вот дополнительными шипами, если это МТБ туфли. Затем идут более дорогие модели. Это уже премиум сегмент. Здесь мы видим застежку вот такую вот, типа домкрат. Это уже довольно-таки серьезная вещь. Хорошая фиксация. К тому же удобная очень посадка ноги. Здесь применены технологии BioMap. Это моделька Northwave Striker. Очень хорошо садится нога. Фактически любая нога с любым подъемом будет себя идеально чувствовать именно вот в этой модели. Здесь есть специальный задник Омега, который держит пятку очень плотно, очень хорошо, очень комфортно. И подошва здесь уже выполнена из специальных материалов композитных. Здесь специальная композитная вставка идет, облегченная. Здесь нейлоновые вставки, шипы дополнительные. Уже здесь много технологий, которые, естественно, стоят определенных денег. Ну и возьмем самую верхнюю, самую дорогую модель. Это шоссейные велотуфли Northwave Extreme Plus, которые являются фактически, ну, вершиной айсберга всех велотехнологий. Здесь композитная подошва, полностью композитная, легчайшая, с специальными вставками из металлической сеточки, которые делают проветривание ноги наиболее оптимальным, Airflow System. Также есть специальное крепление под Speedplay шипы. Это специальная запатентованная технология именно у Northwave. Самая жесткая подошва. Несмотря на то, что она очень легкая, она очень жесткая. Это максимальный уровень жесткости здесь. Также сверху мы видим, что здесь специальная система фиксации. Это две вот таких вот крутилки на специальных очень прочных шнурках. Это тоже последние технологии. Вот step-by-step release. Две вот таких вот специальные крутилочки. Очень комфортные, очень мягкие и в то же время очень удобные. Это вот такой вот маленький такой вот вершинка такая. Я надеюсь, что это видео внесло хотя бы какую-то ясность в ваши головы. Ну, а в свою очередь я рекомендую выбирать яркие велотуфли для того, чтобы взять и украсить мир. Возьмите что-нибудь яркое и попробуйте выделиться. Я думаю, мир станет прекраснее. Всем спасибо, ставьте лайк и не забывайте подписываться на канал.